также, как я сказала, по Оренбургской области, по Оренбургу тоже численность населения увеличится, смертность здесь падает. Здесь же единственное, упадок сил, будет много работы, будет много... прибавится количество работы у людей, и заработная плата, соответственно, будет только расти. Здесь я могу порекомендовать только набраться сил, терпения и работать, работать, работать. Ну, все, я не знаю, что сказать.